Но поскольку друзей много, некоторые были по-настоящему там. Был у нас замечательный такой Серега Кукушкин, который водил караваны. Сначала он говорит, мы, говорит, водили как положено по уставу, интервал выдерживали, скорость движения, а потом понял, что если делать все по уставу, то живой никто не доедет. Вот. И дальше нажимали на гашетку и ехали с такой скоростью, с которой позволяет ходовая часть и дорожное покрытие. Колонна. Мотор на подъеме надсадно ревет, как будто на воздух разреженный злится. Колонна идет, колонна идет, усталые траки, колеса и лица. Колонна идет мимо горных вершин, лугов и полей в разноцветных заплатах, и мимо скелетов сгоревших машин, что были колоннами тоже когда-то. Пусть в кузове просто пшено и мука, и как на картинке раскрашены горы, но на автомате застыла рука, и мир сконцентрирован в сектор обзора. КамАЗ-работяга бежит тяжело, но словно затвор, передернутые нервы. Нервы на этой дороге, уж так повелось, стрелять нам придется вторым, а не первым. Здесь на чаше одной сахар, соль и мука, и бензин, и патроны, и хлеб. А на чаше второй, что же делать пока? Наши души да бронежилет. Вот воздух над жарким бетоном дрожит, и новый КамАЗ из него выползает. Колонну пройти, словно жизнь прожить, а жизни не всем на дорогу хватает. В горах не бывает другого пути, и лучше колонны не сыщите цели. Но будем идти мы, но будем идти, и сами на мины въезжать и в прицелы. И вспышка на склоне, разрывы и звон стекла лобового передней машины. Сквозь грохот стрельбы чей-то сдавленный стон, и ствол автомата заходится длинно, и дымно чадит, разгораясь КамАЗ. Солярка и кровь на горячем бетоне, и щурится зло сквозь прицел правый глаз. И крошатся камни от взрывов на склоне. Здесь на чаше одной сахар, соль и мука, и бензин, и патроны, и хлеб. А на чаше второй, что же делать пока? Наши души да бронежилет. И взрыва все туже сжимался бы круг, да там за баранкой такие ребята. Горящий КамАЗ покачнулся и вдруг к обрыву пополз на дымящихся скатах, и перевалив через круглый карниз, он как человек из последней силы застыл на секунду и ринулся вниз. Колонне исход подарив из могилы, и в мире во всем больше не было зла. Нас остановить, нас заставить обратно. Колонна пошла, да, колонна пошла. Второй и шестой и восьмой и десятый, здесь на чаше одной сахар, соль и мука, и бензин, и патроны, и хлеб. А на чаше второй, что же делать пока? Наши души да бронежилет. Мотор на подъеме надсадно ревет, как будто на воздух разреженный злится. Колонна идет, колонна идет, усталые траки, колеса и лица. Колонна идет мимо горных вершин, лугов и полей в разноцветных заплатах, и мимо скелетов сгоревших машин, что были колоннами тоже когда-то. Колонна идет, колонна идет, колонна идет, колонна идет.